Пані та панове, я вас запрошую на наступний бій. Це буде поєдинок за пояс Road to WWFC у ваговій категорії до 66 кілограмів. І у червоний кут запрошується боєць із міста Дніпро. Михайло Шустрий Шаблін! У синій кут гексагону запрошується боєць із міста Хмельницький Олександр Горшечник! I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. Religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead, yeah. Set me on fire, set me on fire, whoa, whoa. I'm still alive. Пані та панове, у червоному куті боєць із міста Дніпро. Він представляє клуб «Ярость» із Дніпра. Михайло Шустрий Шаблін! У синьому куті боєць із міста Хмельницький. Він представляє клуб «Сокіл» із Хмельницького. Олександр Горшечник! Рефері в гексагоні Володимир Шимаров. Бійці, привітали один одного. Б'ємось по правилах, клітку, шорти, рукавички не хапаємо. Удачі обом, по углах. Итак, дорогие друзья, у нас очень и очень серьезное противостояние. Это противостояние должно было еще
произойти в августе прошлого года на турнире Road to WWC Харьков Open Cup в финальном. И эти оба спортсмена прошли свои четверки. Смотрите, как сразу пошел Миша. Действительно, он шустрый. Он, как я его постоянно называю, дикий. Как агрессивно начинает переть Миша и шатается. Попадает шустрый. Тут перевод от Саши. Вау, да, ребята, этот поединок с самого начала показывает, что у нас не... нам предстоит очень интересное противостояние. Просто нереальное. Насколько взвинтили темп, ребята, насколько жестко начал работать шустрый в своем стиле, привычном. Да, как обычно, да. Как обычно. Действительно, шустрый оправдывает свое. Если не нокаут в течение 30 секунд, то как минимум нокдаун. Нокдаун, да, и сейчас правильно вот сделал вовремя, словил момент и не растерялся. Александр сделал перевод. Ну, и... скажем так, растерялся. Чуть-чуть растерялся и только после включился, но мы же понимаем, что тут уровень у обоих высочайший. Высочайший, действительно высочайший. Даже уровень. На уровне инстинкта никто не собирается отдавать этот поединок. Я тебе хочу также сказать, из-за чего отменился их бой на финальном турнире в Харькове. Из-за того, что Миша повредил руку в полуфинале. Действительно, он бьет так, что не выдерживает его руки. Кисти ломаются. Да, кисти ломаются. Он действительно жесткий боец, но мы помним, насколько жесткий и сложный бой горшечник дал Кириллу Горобцу. В весе 70 килограмм. 70 килограмм. Он поднялся на категорию выше. Вышел на коротком уведомлении за 2 недели на Кирилла Горобца, очень высококлассного бойца. И спасибо, составил Кирилл. Настолько сильную конкуренцию, что ну как минимум 2 раунда даже выиграл в этом 5-раундовом противостоянии. Да, что согласен. Говорит о том, что... Здесь собрались только топы. Да. Слушай, ну сейчас активно продолжает все же напирать и активно сверху работать Александр, но видим, что пытается сменить позицию, пытается как-то что-то. Саша понял, что перед тем, как работать в стойке, нужно как минимум сначала немножко вымотать, да, шустрого. Действительно шустрый, он дикий. Ну, откровенно скажем, Саша уже побывал в нокдауне. Это было видно. Это да. Да, но насколько быстро он среагировал, пошел в ноги. Я думаю, Александр ожидал такого старта от Миши. Ну что, прям такого? Никто не ожидал. Да, я думаю, на такое точно не рассчитывал, что он будет падать. Да, пока у нас Александр находится в позиции сверху. И в хаулгарде находятся спортсмены. Пытается вязать там как-то Миша, но... Александр не отпускает, постоянно продолжает наносить удары. Не сильно акцентированные, но тем не менее удары. Слушай, ну мы за Сашей уже наблюдаем за его поединками на высоком уровне, как минимум года 4. Это как минимум, что говорит о том, что ну, тут уже, слушай, ментальная составляющая и техника, и тактика, и план на бой должны быть на высочайшем уровне. Согласен, согласен. Ну и сам Миша и Алена рассказывали, что они очень сильно готовили Мишу к этому бою, потому что они понимали, против них будет Александр Горшечник. Очень сложный боец. Очень физически крепкий и универсальный, который может как бороться, так и ткаться в стойке. У него еще есть очень сильный козырь. Это мощные лоу-кики. Все мы помним этот боец. Я тебе скажу, что Саша на самом деле, мы с ним работали в зале, это просто камень. Просто камень сильный, крепкий. Мы видели его перед турниром, да, в магазине. Такой спокойный, такой вообще не конфликтный да парень. Да слушай. Настоящий профессионал. Да, так оно и есть. Сейчас пытается... Как мы видим, Миша не собирается просто отлеживать этот раунд. Он да, пытается работать по максимуму. От, да. От клетки, ногой отталкиваться. Доставляет какой-то дискомфорт Саше, чтобы тому тоже не было так просто. Слушай, не отпускает. Собрал газ. Да. Как мы помним, сегодня его одноклубник Александр Федонов задушил с этой же позиции треугольником. Выходил на арм-триангл. Да, действительно, там мы и пытался. Чок, да. То есть это был совместно треугольник с армбаром. Да, Мише, конечно, неудобно в этой позиции. Это не его стихия. Но мы помним, я помню его поединки. Ты помнишь поединки в Харькове, когда он просто умудрялся вставать из борьбы и делать невероятные да, вещи? Да, я помню. Также и в Харькове на номерном турнире он оформил такой нокаут великолепный. Слушай, мы с тобой даже обсуждали то, что Миша на самом деле очень опасный в стойке. Он настолько... быстро и кажется, что сумбурно, но на самом деле, когда пересматриваешь повтор, это не сумбур, это все четкая работа. Четкие комбинации. Он настолько их быстро наносит, что кажется, что это сумбур. Вот сейчас Александр наносил локти с позиции сверху. И
Я думаю, что, в принципе, вот уверенно этот раунд, ну, вообще, без сомнений, за Александром. Но нас ждет дальше начало второго раунда, и это стойка. Посмотрим, как будет себя. Посмотрим. Мне интересно, как сейчас будет реваншироваться и возвращаться Миша и с каким настроем он будет выходить на второй раунд. Я нагадаю, что это бой за пояс Road to WWFC. Смотрим повторы и видим этот быстрый старт от горшечника. Он просто начал накидывать свои боковые, левый боковой удар. Один за одним. И два последних зацепили Александра. Смотри, давай, смотрим еще раз. Вот они, да, вот он левый. Просто как дикарь. Слушай, он просто начал левый боковой за левым боковым спамить. Просто спамить, да, спамить, да. Спамить. Настолько жестко и попал один раз. Обычно бойцы привыкли, да, принимать удары с двух рук, да, допустим, слева, ну, и да, справа, да. А тут именно очень слева. Неожиданно. Раз, два, три. И это пошатнуло Александра. Это второй раунд, дорогие друзья, бой за пояс Road to WWFC. Противостояние Миши Шаблия против Александра Горшечника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой опасный. Посмотри, у нас. Как раскачивает, Миша раскачивает, уходит на свою дистанцию. Ой. И накидывает просто боковые. Жесткие боковые. Саша такой более с разножки, тактичный, прям, медленный боец. Да, вот это что Миша, конечно, это скорость. И есть перевод от Александра. Все же поборол он стихию. Как опасно только, что Миша выставил руку, ты заметил? Угу. Это... Давай упустим этот, да, момент, что... Слава богу, что... Все обошлось. Да, все обошлось. Да, и вновь. Привычная нам уже ситуация по первому раунду. Ну да, как видим, в этом поединке Саша очень неудобно стойки, поэтому он ищет свои ключики победе именно в борьбе. Поскольку у него в первом раунде получилось перевести с первой попытки, то, наверное, возможно, даже такой был у них геймплан только что, когда они обсуждали с секундантами план на бой в дальнейшем. Угу. Потому что можно, конечно, придумать какой-то классный супер геймплан перед поединком, но когда начинается поединок, этот геймплан все может меняется. Совсем не работать, должен быть какой-то план Б. План Б, план С. И вот для этого, да, для этого именно секунданты выходят в перерыве к бойцу, общаются с ним, помимо того, что они его восстанавливают, они еще общаются и дают, ну, дают наставления на следующий раунд и на следующий. Он сейчас пытался опасно атаковать снизу. Набрасывал ноги, закидывал ноги. Миша пытается встать. Миша уже встает. Да, и вновь. Миша встал. О, пропускает. Печень кинул, да. Пропускает. Миддл-кик. Александр, и я думаю, сейчас Шабли. Ух. Ух. Действительно опасно и вовремя. Посмотри, как попадает Миша и как переводит Саша. Просто. Из них получился бы один офигенный боец. Да, все верно. Действительно, просто две стихии столкнулись. Немножко, за конечно, пояс. Так отчаянно сокращая дистанцию Миша, больше он думает о том, как нанести ущерб, и не думает о том, что можно, ну, по ходу не думает о том, что его могут перевести, немножко заигрывается. Он в режиме берсерка, я тебе, да, хочу сказать. Да, да. Он просто... О, сейчас с высококлассными бойцами, такими как Саша, и Миша тоже высококлассный боец, да. Но видишь, Саша ловит эти моменты. Ловит, видит. А и Миша он... все думает, что он сейчас может реально уложить Сашу. Слушай, в поединках с Шустрой может быть все, все что угодно. Угодно. Согласен. Действительно, то до последней секунды надо быть в напряжении. Но вот никак не может свою правую ногу выдернуть Александр, чтобы занять полностью маунт. Но... По крайней мере, защищается и пытается как минимизировать урон. Миша от Александра пытается вязать. За этим наблюдает наш президент лиги WWC Владимир Тесня. Чуть не сказал президент Украины, ну ладно. Да, не отпускать, не отпускает Александр. Очень сложно, Миша. Очень сложно. Мне кажется, даже... Он умудряется вставлять туда удары даже снизу, находясь снизу, но видно, как класс в партере кардинально отличается. Продолжает атаковать
своими ударами, хоть не амплитудными, но ударами. Александр. Верхней работаем. Слушай, продолжает. Да, возможно, сейчас уже судья вмешается в поединок, потому что довольно хорошо вяжет Шустрый Миша. За колено вставить Шустрый, обходит его. Такая тактическая работа в борьбе. Да, действительно, за работа за позицию. За это приятно наблюдать. Видно, Миша вообще сложно. Сложно. Он не готов, да, к такой борьбе, к такой мощи Саши. Очень мощный Саша. Я давай вспомню, как он не уступил в физической мощи Кириллу Горобцу. Да, да. И ты помнишь бой Шустрого против Грэплера? Забылся на секундочку, у него был бой. Савченко? Да, 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 да. Помню, да, да, помню. Да. Но там, как видишь, там получалось у Шустрого подниматься с партера, да, и дальше наносить урон. А здесь, конечно, а здесь контроль, Саша, да, вцепился. Есть разница грэпплера и вот такого хорошего борца, да, который есть. А у нас заканчивается второй раунд, и пока мы видим, конечно, что получается у Саши навязывать свою борьбу. Но я еще раз хочу предупредить, дорогие телезрители, это Шустрый. От него можно ожидать все, что угодно. Действительно, он опасен до последней секунды поединка. Сейчас Алена Росохина дает свои подсказки. Ты посмотри, Миша, в углу Шустрого Алена Росохина, в углу Гакшечника. Это топ. Команда, да. Дают, да, наставление, приводят бойцов в чувство. Разминают руки, и вы слышите эту поддержку, дорогие друзья. И третий раунд за пояс. Road to WWC, заключительная пятиминутка. Противостояние Миши Шаблия против Александра Горшечника. Так, дорогие друзья, третий раунд. Все мы понимаем, что раунд начинается со стойки. И есть! О, а вот те самые лоу-кики, о которых мы говорили, да. Да, 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 да. Потихоньку подключает уже их Саша. Мы не видели их так, таких прям акцентированных в первом и во втором раунде. Посмотри, почти начал... каждая атака Шустрого начинается с левого бокового. Левый такой полуснизу, полусбоку. Все же цепляет, цепляет ударами. А на Саша... самом деле очень опасно бьет Шустрый, очень опасно. Очень опасно, но Саша вот прям готов, готов уже нырнуть. Оу, передний боковой какой. Попал, попал Миша. Еще попал на встречу, но успел среагировать Александр, перевел. Миша опасно работает в стойке Миша. Просто, у него каждый удар такое ощущение, как будто это может, да, быть последним ударом для его соперника. Но все же Александр сделал свою работу, сделал перевод. И что-то мне подсказывает, что в третьем раунде Мише будет очень сложно выбраться из-под Александра. Да, призывает секунданта Александра, чтобы активнее работал в партере. Потому как могут поднять. А это не совсем на руку будет Александру. Слушай, ну я считаю, в таком противостоянии, где стоит на кону пояс, и мы видим, ну не прям, чтобы так сильно активно и жестко разбивает Саша, то где-то, может быть, и имеет место, да, поднять? Я думаю, да, ты ж понимаешь, что это чемпионский бой. Публика требует зрелища. Зрелище, да. И сейчас... Все плотнее и плотнее, сейчас закрывает ноги уже. Но чувствует на самом деле Саша баланс, это чувствует, куда может встать Шустрый и блокирует любые его попытки. Посмотри, он закрыл, да, в замке закрыл. Замок Хабиба. Да. Замок Хабиба, Хабиб фиксирует ноги своими ногами. И вообще, ну, довольно сложно из этой ситуации вообще достать его оппоненту ноги. Это очень сложно выдернуть. А мне кажется, Саша может так весь раунд. Да, Саша может бесспорно. Поверь мне, там выносливости и физики хватит для этого.
Тем более его весовая. Да. Я думаю, себя он в этом весе раскроет по полной. Ну, давай, слушай, отметим то, что Саша ни секунды на самом деле не лежит. Ни секунды не лежит. Он либо меняет позицию, либо бьет. Как бы это... Может быть, где-то не особо амплитудно, но работает постоянно. Тоннаж ударов возрастает. Тоннаж ударов за три. Если посчитать все удары за три раунда, то там очень серьезный ущерб. Не пускает, а не дает ему вставать. Шустрому очень сложно. Невероятно просто. В какой-то момент он вроде бы как и пытается всем сердцем выбраться, но вот не хватает опыта. Не хватает опыта работы. Физики, не хватает опыта работы против такого бойца, как Александр. У нас меньше 5 минут остается до конца поединка. Очень-очень грамотно и правильно держит баланс и центр тяжести Саша. И любые попытки Шустова его скинуть с себя. Посмотри, как он меняет этажи. Посмотри на ноги, посмотри, как он ногами его фиксирует. Тут вообще без вопросов. За ноги я молчу, мы там все поняли. Он их закрывает, он их сейчас грамотно фиксирует. Это немножко другая, да, вот эта ситуация с ногами. И все равно он очень плотно всегда растягивает ноги. Невероятная работа. Просто как медведь. Пытался сейчас. Просто как Хабиб. Просто как Хабиб, да, действительно. Просто как Хабиб. И вообще не оставляет шансов. Он шустрому в партере. А вот стойки, конечно, были интересные моменты. Ну, поэтому как Хабиб. Да. Уже потихоньку, да, уже в маунте. Или мне показалось, да, не видно, да, если не ошибаюсь. Да, в маунте. Саша и просто дожимает этот эпизод, дожимает этот раунд по максимуму. Не дает ни вообще шансов, не оставляет Миша. Невероятно, просто невероятно. Мы видим, да, в углу Саша подсказывает ему Максим Пашков. Кричит со всей силы, это тоже боец, очень высококлассный украинский боец, одноклубник Саша. Слушай, на последних секундах, на последних силах Миша все равно, он не сдается. Да, находясь, да, видно, что характер есть. Не то, что патовая проигрышная для себя позиция, он не сдается. Слушай, его уже... Великолепный бой, великолепная концовка. Слушай, ну и тут я тебе скажу, что тут Саша показал свой опыт. Опыт. Самом деле. Уровень был у обоих очень высокий. Шустка тоже очень сильный боец. Жесткая ударка, но опыт здесь все-таки взял свое. Уже не обоим спортсменам. Это был достойный бой. Действительно достойный бой. Ну що, пані та панове, пані та панове, одностайним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобуває Олександр Горшечник! І нагороджуємо поясом Володимир Тесля та Денис Перч. Пояс Road to WWFC. Гучніше ваші облески! Наверное, у твоего тренера. Мисс, я попрошу тебя не уходить сейчас. Александр, я тебя поздравляю с таким невероятно сложным поединком.
Это был опасный бой. У тебя опасный оппонент, который великолепный просто в стойке. Можешь рассказать немного за начало первого раунда, когда Миша тебя потряс, и потом объясни, насколько ты переключился и по максимуму включил свою борьбу. Ну, як бачите, коли я тобі казав одним навремені раніше, що ніколи не потрібно недооцінювати суперника. Сьогодні Міша дійсно показав, що він шустрий. Я планував перейти в боротьбу, але трішечки пізніше, але після такої прекрасної комбінації залишався лише один вихід – боротися. Дякувати Богу, в мене це вийшло. І користуючись можливістю, хочу подякувати своїй чудовій команді «Сокіл», місто Хмельницький, також тренеру Вадиму Бодзиківському, хлопцям і всім, хто мене сьогодні підтримує. Велик вам дякую. І, відповідно, дякую супернику, ти дуже потужний. Еще один вопрос, решающий. Смотри, ты дал очень сильный бой чемпиону в весовой категории 70 кг Кириллу Горобцу. Но твоя весовая это 66 кг. И сейчас самый интересный вопрос, и нам интересно услышать ответ. Ты будешь 66, хочешь драться за пояс, или же дать еще один бой Кириллу Горобцу? Якщо Кирилл дає згоду, я не думаю, що це йому дуже вигідно, але якщо він хоче, я дуже цього бажаю. Тому, відповідно, якщо організація дасть мені ще один шанс спробувати себе в такому поєдинку, позмагатися ще раз за пояс, чому ні? Чому ні? Умови обговоримо. А, наприклад, якщо тебе не інтересує пояс 66 твоєї родної весової, там Андрій Лєжнєв чемпіон, що можеш по поводу нього сказати? Так само потужний, хороший хлопець. Я б хотів би позмагатися із ним, якби тільки була така можливість. У тебе хороші чемпіонські амбіції. Олександр Горшечник, чемпіон роуту WWFC. Аплодисменти. Великолепний бой. Великолепний план на бой. Шустрий, Міша. Ти дійсно опасний ударник, опасний опонент. Но чого не вистачило тебе, щоб одержати победу в цьому поєдинку? Да, честно сказать, хрен его знает. Я пытался выйти. Саня. Санек, он хорошо контролер, как контролил. Я пытался выйти, он постоянно либо руку забирал, либо ногу. Ну, чуть-чуть бы хватило больше сил у него, ума где-то в борьбе. Ну, ничего страшного, мы потянем и вернемся в раз пять сильнее, чем были сегодня. Миша, Александр, спасибо вам за такой великолепный бой. Аплодисменты, дорогие друзья. Оплески, оплески, гучнейшие.